Первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков посетил Речицу. Центральным событием рабочей поездки стало посещение открытого акционерного общества «Речица Древ» и встреча с его коллективом. С самого начала разговора Максим Рыженков подчеркнул, закрытых для обсуждения тем быть не должно. Охрана окружающей среды и перспективы развития белорусской энергетики, ремонт дорог и развитие социальной сферы. Еще один вопрос касается перспектив трудоустройства. Как найти рабочее место в условиях технического прогресса и все более широкого внедрения IT-технологий. Встреча с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Речица Древ» продолжалась более полутора часов. За это время присутствующие успели обсудить целый ряд вопросов и высказать свои мнения на события, которые происходят в обществе. Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков подводит итоги. Этот разговор можно назвать полезным для всех. В рамках Дня информирования населения Гомельскую область посетил вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев. Он встретился с трудовым коллективом завода «Коммунальник». Владимир Кухарев отметил, что после запуска белорусской атомной станции теплоснабжение жилых домов будет переводиться на электроэнергию, а это значит, что потребуется соответствующее оборудование в значительных объемах. Гомельский «Коммунальник» может найти здесь свою нишу. Во время визита в горы с полком Владимир Кухарев говорит, что свои проблемы есть у каждого города. Главное, насколько эффективно они решаются. В Гомеле это получается немного лучше, чем в других областных центрах страны. Подтверждение чему – вручение городу Вымпела победителя республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси. За последние 8 лет Гомель получает такую награду в 5-й раз. В Гомеле подвели итоги работы региона за 9 месяцев текущего года. Прошедшие 3 квартала отмечены хорошими показателями по экспорту товаров и услуг организациями и предприятиями области. Есть позиции, по которым имеется значительное перевыполнение. Так, прямые иностранные инвестиции превысили 64 миллиона долларов США при прогнозе 45, плюс 12,5% к плану по линии экспорта товаров и плюс 8% экспорта услуг. Гомельская областная клиническая больница отметила свой юбилей. В честь праздника в учреждении прошло торжественное собрание для сотрудников и почетных гостей. История областной больницы началась в 1944-м, через год после освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. Она была рассчитана на 225 коек. Сегодня это крупнейший в регионе многопрофильный стационар, оказывающий медицинскую помощь жителям Беларуси и иностранным гражданам. Сейчас в учреждении работает 380 врачей и 750 человек среднего медицинского персонала. Ежегодно они помогают 200 тысячам пациентов. Каждый день здесь проводится около 30 операций. Кроме этого, с этого года на базе областной больницы начали оказывать новые виды медицинской помощи.